Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше писать сайт, пишем такой сайт. В данном случае, то есть тут у нас будет все, это для тех, кто только что вошел, публичный профиль, наш профиль, друзья, фолловинг. В данном случае мы пишем новую дискуссию. Иными словами, вот такую вещь. Так. Теперь это не обучающий урок, напоминаю сейчас, потому что могут быть новые люди. Ребята, для новых людей уроки с 1 по 41, они бесплатные, для того, чтобы вы поняли, что это интересно вам, что вы растете. Я рекомендую посмотреть в начале, сначала первый урок, Джанго, пишем сайт, ссылка, ну вы же, если это видео смотрите, то видите. Первый, а потом сразу 41-й, чтобы вы поняли, чему себя надо подтянуть. Конечно, будет намного эффективнее, если вы начнете с самого нуля, вход в Джанго. Тогда будет результат хороший. Итак, теперь к делу, к этому обзору. Вот эти вот несколько уроков, уже мы делаем вторую часть, пишем сайт. Сейчас, секунду. Значит, смотрите, перед этим мы уже создали тесты, будем писать по ходу, пока я вам дал домашнее задание, чтобы немножко помучились, потом будем разбираться как надо. Дальше мы уже себе начали делать формы. То есть, по сути дела, создали страницу. В принципе, наверное, вы... Кто идет по порядку, скажете, нелогично, ведь мы в принципе написали, как бы вырвали сначала все сообщения пользователя, а потом сразу пришли к созданию сообщений, то есть пользователям, и они сделали, как полагается, грубо говоря, сделали все сообщения пользователя, написали, потом переход к всему сообщению, то есть detail view, да, я это сделал специально, потому что наша задача выявить как можно больше исключений для того, чтобы разбираться. Поэтому пока мы писали форму, мы выявили мы к себе добавили в копилку еще 3 новых исключения и установили Django Crispy Form, да, то есть красивые формы. Например, давайте запущу я уже проект, который мы делаем. Потому что тот уже написанный, а этот мы пишем шаг за шагом. Сейчас объясним некоторые задачи, которые перед нами стояли, которые мы выполнили. Это мы пока еще не писали, авторизацию. Так, вот теперь все у нас нормально. Вот такая вещь получается. Итак, основное было, это, конечно же, внедрить Django Crispy Form, потому что если без нее, то получалось немножко не то. Например, получалось бы так. То есть уже формы не совсем красивые. Поэтому мы сделали таким образом, чтобы это все было красиво. Следующий момент. Да, действительно, мы начали делать нелогично. Писать вьюху, крит вью. Опять же, продолжили то, что мы делали. Это работать на короткой ноге с документацией. Что здесь нас интересовало? Нам вполне понятно, мы уже папку вьюха генерик выучили давно, когда еще разбирались с ListView. Ну, теперь нам понадобился файл edit для того, чтобы четко разобраться, с чем с FormValid. По сути дела, вот с этим связаны были наши исключения. То есть мы получили то, что хотели. В данном случае действительно исключение, которое мы должны были получить, это первое, что
сейчас немножко не то исключение получилось. А, я не туда зашел. Сейчас это не тот пост. Вот этот нам надо. Ага, первое исключение, которое нам надо получить, было и разобрать. Это мы и получили, да? То есть у нас не происходило редиректа. Мы разобрались, почему. Следующее исключение, которое мы должны были получить... Сейчас я раскомментирую. По исключению все объясняется в курсе. Совсем другое уже, вроде бы то же самое. То есть отсутствие функции. То есть то, что зачастую выбивает людей. Вообще в этом курсе, если вы заметили, то кто делает, мы постоянно что делаем? Эти исключения специально генерируем, чтобы вы не встречались, как... Зачастую ребята пишут уроки, пишут все с иголочки, все хорошо, потом новичок встречает исключение, у него под градом, он сидит неделю пыхтит, нечто там ищет, это все фигня, это не работа. Посему мы, основная задача, как можно больше получать исключения, сделать их дружественным. Почему? Что они нам помогают. Поэтому именно эта причина, что мы не дописали то, что хотелось бы дописать сразу, это... вьюху, то есть вьюху, detailView, одну запись пользователя полностью вводить, а пошли сразу на создание записи. Так, что еще? Ну, пока, в принципе, все, идем дальше. Сайт spb-tut.ru для тех, кто начинает, конечно, можно посмотреть вот эти уроки с 1 там по 41 бесплатно. Это все правильно. Лучший вариант, это, конечно, вот этот. То есть, начинаем, потому что уже написано там больше 100 уроков, да? Начинаем с самого начала. Тогда будет результат совершенно иной. Все, спасибо за доверие, все, ребята, получится.